всем болельщикам привет от команды из Ярославля. Здесь, на арене 2000, сегодня вечером сойдутся хоккейные интересы «Локомотива» и «Акбарса». Этим матчем казанцы начинают выездную серию. И после, прямо скажем, невзрачного поражения от магнитогорского «Металлурга» дома, болельщикам хочется увидеть дееспособный, организованный и результативный «Акбарс». Особенно в противостоянии с одной из лучших команд западной конференции континентальной хоккейной лиги. Желания болельщиков и игроков команды, честно говоря, совпадают. В коллективе «Зенитулы» Бельмединова все настроены реабилитироваться за рождественский конфуз. На утренней раскатке «Акбарса» определились некоторые изменения в боевом составе на сегодняшний поединок. В обороне будут трудиться Захарчук Токранов, Батыршин Эллио, Охтома Ярулин, Альберт Зеленин, Михаил Йорданов в составе, и седьмым защитником будет заявлен Михаил Сидоров. В нападении к бою готовятся следующие звенья: Свитов Азеведа Секач, Малыхин Варнаков Обухов, Ткачев Лукоянов Чибисов и Попов Глинкин Глухов. Выздоровление Антона Глинкина реанимировало оранжевую тройку нападения «Акбарса», и сегодня ждем от ребят конструктивного хоккея. В резерве у Бельмединова на выездную серию остается целая полевая шестерка. Защитники Пайгин, Йордан, Мусин, нападающие Хлыстов, Лазарев, Архипов. А также голкипер Станислав Галимов. Защищать ворота «Акбарса» сегодня будет Эмиль Гарипов. Настроение у ребят вполне рабочее, шутки и улыбки в допустимом количестве вполне уместны. Денег не будет, не свести. В конце раскатки мы присели на лавочку рядом с новоиспеченным бронзовым призером молодежного чемпионата мира Михаилом Сидоровым, уроженцем Ярославля, между прочим, и пообщались на тему предстоящей игры в том числе. Михаил Сидоров, доброе утро. Доброе утро. Для вас игра в Ярославле не рядовая, как ни крути. Почти. Так. Все равно все игры настраиваются так же одинаково. Ну, сегодня, наверное, много родственников. Да, естественно, все придут поболеть. Как прошла акклиматизация, или она еще продолжается? Ну, так, сегодня проснулся в 6 утра. А так вроде нормально уже. Аппетит не пропал? Он не пропадает. Без разницы на акклиматизации. Как сегодня «Акбарс» сыграет? Я думаю, что мы выиграем. По крайней мере, сделаем все, чтобы выиграть. Удачи, Михаил. Спасибо. Итак, в 19:30 по казанскому времени. «Локомотив», «Акбарс». Живем хоккеем. Болеем за «Акбарс». Отъезд в 11.